Добрый день, друзья! Сегодня у нас распечатка. Распечатка вот такой электрической мультирезки. Нужная вещь для огорода. Надо морковку шинковать, капусту шинковать. Профессионал на вашей кухне. Посмотрим, из чего она состоит. Итак, инструкция прилагается в комплекте. Вот упаковочка такая вот. А, кстати, вот насадки сверху. Вот такие насадочки. Вот тут две насадки. Ну, терки, так скажем. Шинковки. Ну, шинковки овощей. Здесь еще насадка. Получается 3 насадки. А, 4 насадки. 4 насадки. Мелкая, покрупнее. Вот. Достаем. Смотрим, что же здесь нам положили. Вот такой аппаратик. Полиэтиленовый шнур 220 вольт. И вот сюда устанавливаются насадочки наши. Вот, берем, сюда ставим вот таким образом. Так, ну это надо разобраться еще, как их ставить. Вот. А, ну там вот защелки есть. Так вот она будет выглядеть. И основная запчасть, вот она, в комплекте. Вот такая упаковка. Полиэтилен, чтобы не поцарапать. Новая. Ну, по принципу, наверное, мясорубки. Вот так ставится сюда. Ага, вот она, основная часть. Вот она вот так ставится сюда. Защелкивается. Сюда овощи кладутся. И с помощью этих терок измельчается. Вот и все. Посмотрим, как она работает в деле.